Кто такой полковник Квачков, о котором читал Оксимирон? СССР, депутат, гомофоб, любовник Качков. В кошмаре к нему с бомбой ползет полковник Квачков. Владимир Квачков был военным, служил в ГРУ, а потом... Потом пошел в политику. После этого он не вылазил из тюрем. В 2005 году его обвинили в покушении на убийство Анатолия Чубайса. Тогда, кстати, сидя в СИЗО, Квачков набрал 30% на выборах в Госдуму. А в 2010 году он вышел на свободу, но через сутки был снова задержан по подозрению в подготовке военного мятежа. Во второй раз он отсидел 9 лет и освободился уже в 2019 году. После начала вторжения в Украину Квачков критиковал Министерство обороны за плохое ведение войны и был оштрафован за дискредитацию российской армии. Квачков отделался только тюремными сроками, но другим военным, осмелившимся пойти против системы или стать слишком популярными, повезло гораздо меньше. О них смотрите в нашем большом разборе на канале «Продолжение следует».